казалось бы, не происходит. Это город Клэрвотер, штат Флорида. Город Клэрвотер известен еще и тем, что он является резиденцией саентологии. Именно здесь располагается их штаб-квартира. Давайте же съездим туда и познакомимся с саентологами поближе. Called them all in for tax audits. Said, psych bitches, froze them in glycol, loaded them up on space planes, flew them to Earth. Закончив смену на работе, я пообедал, сел на велосипед и поехал в город Клэрвотер для того, чтобы преодолеть 34 километра по велодорожке, которая называется Пинелос Трейл. Раньше это была железная дорога. Здесь ходили поезда Сибард Лайн, которые соединяли между собой Тампу, Клэрвотер и Санкт-Петербург. Теперь же это длинная велодорожка. Эта железная дорога когда-то обслуживалась двумя железнодорожными компаниями – Atlantic Coast Line и Seaboard Air Line. Но, к сожалению, из-за падения пассажиропотока, из-за всеобщей автомобилизации, железная дорога была закрыта и потом заброшена. Сейчас трасса бывшей железной дороги перепрофилирована в велодорожку. Ну и здесь я решил сделать небольшую остановку на пути в Клэрвотер для того, чтобы показать вам природу Пинелос Каунти. Посмотрите, какая красота и умиротворение. Здесь никого нет, не доносится шум машин, только звуки природы, птиц и насекомых. Ну а нам пора дальше в Клэрвотер, пока солнце не закатилось. Поехали! К воде не подходить, зверушек не кормить. Этот мурал на стене наглядно демонстрирует нам перепрофилирование целей использования Пинелос Трейл. Почему же железнодорожная компания называлась Seaboard Airline, типа воздушные линии? На самом деле, 100 лет назад так называли железные дороги пригородного сообщения, которые позволяли людям выбраться из душного города на воздух, так сказать, проветриться, поэтому и Airline. Если свернуть левее с велодорожки, то можно увидеть вот такие замечательные огромные особняки, которые стоят в пригороде города Клэрвотер. Эти особняки стоят миллионы долларов, и люди, живущие в них, обладают многомиллиардными долларовыми состояниями. Здесь и такая тропическая неоготика. Мортон Плант Госпиталь – крупнейшая больница, обслуживающая весь нейборхуд Клэрвотер. Далее поворот за поворотом, и медленно приближаемся к центру города. Это центральная часть городка Клэрвотер, Пинелос Каунти, штат Флорида. Но почему же здесь никого нет, раз это центр города? А здесь действительно никого нет, ни машин, ни людей, все закрыто. Перед тем, как мы с вами прогуляемся по пустынному центру города, я познакомлю вас немножко с историей данного места. Когда-то здесь проживали индейцы Такабага. Они вместе со своими соседями, племенем Майями, Калуса, Акали и многими другими, составляли основное население полуострова Флорида до начала 16 века. Спустя 2 века, в 1835 году, здесь появился Форт Гаррисон, который был назван в честь генерала и будущего президента Уильяма Гаррисона. Форт строился как боевой пост в ходе Семинольских войн и располагался на скалах над бухтой Клэрвотер-Харбор, которая ныне не существует. Она была осушена и застроена жилыми кварталами. Современный же Клэрвотер производит благоприятное впечатление. Его центральная часть чистая, опрятная, аккуратная, однако абсолютно безлюдная, что вызывает странные смешанные чувства. Город Клэрвотер довольно немаленький, здесь проживает 120 тысяч человек. По меркам Флориды это довольно крупный город и третий по размеру в Пинелос Каунти. Здесь есть высокие здания, большие офисные центры и магазины. Однако именно здесь становится понятно, что любой город – это прежде всего люди. Ведь люди – его кровь, его жизненная сила и энергия. Если мы посмотрим на старые кадры 50-х годов, то мы увидим, что улицы полны людьми, автомобилями. Здесь кипела жизнь. Что же произошло сейчас? Почему город превратился в безжизненные декорации? Да-да, именно так выглядит любой город без людей. Просто бездушные стены и ничего больше. Это фотография 50-х годов, театр Capitol. И так он выглядит сейчас. Это пожарная часть города Клэрвотер. Это же здание сейчас. На Кливленд-авеню, центральной улице города, есть несколько исторических зданий, возраст которых перевалил за 100 лет.
Я думаю, о них стоит вам рассказать. Например, вот эта ничем не примечательная коробка является зданием Народного банка, которое было построено в 1910 году в средиземноморском стиле. К слову сказать, сам банк существует до сих пор. Ему недавно исполнилось 125 лет. Народный банк начал свою работу как финансовое учреждение 2 апреля 1896 года. Здание же на Кливленд-стрит было построено в средиземноморском стиле, а внутренние его помещения были выполнены в популярном тогда стиле арт-деко. Сейчас существует проект по возвращению здания его исторического облика. Также не менее интересным, на мой взгляд, является здание бывшего переговорного пункта The Telephone Building 1914 года постройки. Сейчас здание находится на реконструкции, ведь в планах у властей города вдохнуть в него новую жизнь. Конечно же, помимо переговорного пункта, в городе должен быть главпочтамт. Это как раз он. Данное фото было сделано в момент открытия здания главпочтамта 9 октября 1933 года. 7 октября 1980 года здание получило статус памятника архитектуры, поэтому в нем сохраняются оригинальные интерьеры и детали 30-х годов. Как можно заметить, работа у сотрудников почты USPS в этом офисе не пыльная, ведь очередей здесь не бывает. Ну и если выйти из здания главпочтамта на улицу, то перед нами предстанет вот такая картина и абсолютно пустынный вид Кливленд-авеню, которая является центральным проспектом города Клируотер. Практически все эти помещения, магазины и прочая коммерческая недвижимость просто пустует. Что же здесь происходит? Почему в городе нет никакого бизнеса и какой-либо жизни? Этот огромный офисный центр также абсолютно пуст, о чем гласит объявление о сдаче офисов в аренду. Однако, судя по всему, желающих снять здесь помещение не очень много. По правде сказать, атмосфера немного жутковатая, только редкая машина может где-то проехать, а так в городе абсолютно никого нет. Первой причиной опустения центральной части города послужил, конечно же, исход населения в пригороды еще в 60-х годах 20 века. Конечно же, что-то здесь еще было, действовали какие-то учреждения, однако эпидемия коронавируса похоронила все окончательно. Конечно же, исход населения из центра города затронул многие города Америки, особенно маленькие, такие как Клируотер. Нет никого нигде практически, пустой город. Ни один ресторан, ни одно кафе, ни один магазин здесь не работают. Дело в том, что это все собственность саентологов. А церковь саентологии, как религиозная организация, налогов не платит, поэтому они могут себе позволить скупить всю недвижимость в центре города и не платить за нее налоги, просто держать. Однако я хочу заметить, что все-таки кое-какие люди в центре города появляются. Все они, как правило, одинаково опрятно одеты и чинно ходят мимо пустынных зданий. Посмотрите, это как раз и есть служители церкви саентологии. Религиозная организация Рона Хаббарда решила сделать Клируотер своей резиденцией в 70-е годы, ведь здесь было очень много пустой коммерческой недвижимости, которая нуждалась в ремонте, и никто не хотел ее покупать. Общественность чаще всего обвиняет церковь саентологии в том, что они скупили практически 80% центральной части города и держат эти здания пустыми, не давая городу развиваться. В таких условиях, в отличие от малого бизнеса, может выжить только такой гигант, как Starbucks, который здесь работает. Церковь саентологии начала свою экспансию в Клируотер в 1975 году с покупки отеля Fort Harrison. Постепенно они покупали все новые и новые здания, пока не стали владеть практически всей центральной частью города Клируотер. Однако хочу от себя добавить, на мой взгляд, какие-либо обвинения в адрес кого бы то ни было, что они скупили слишком много недвижимости, что они как-то ее не так используют, а они просто неуместны. Ведь с точки зрения закона церковь саентологии ничего не нарушила, они заплатили свои деньги, приобрели эти здания в собственность, отреставрировали и используют их так, как считают нужным, тем более никакого обременения на эти здания не было. У них есть даже своя автоколонна, это можно понять по эмблеме здания флага, которая расположена на автобусах. Судя по всему, они используют для доставки на работу и последующей развозки по домам после службы многочисленных сотрудников церкви саентологии. Кстати, на нужды церкви саентологии трудится примерно 13 тысяч человек. Все они проживают в городе Клируотер, либо его пригородах.
Кстати, к муниципальному перевозчику это транспортное предприятие отношения не имеет. Это здание – еще одно бывшее здание городского банка, которое находится на той же Кливленд-авеню. Здесь находится Welcome Center церкви саентологии, куда любой желающий может зайти, поговорить с сотрудниками, задать вопросы, ознакомиться с их жизнью, чем они занимаются, что это такое, и, возможно, приобрести литературу, которая выпускается церковью саентологии. Мне очень хотелось взять интервью у сотрудницы данного центра, однако, к сожалению, церковь саентологии довольно закрытая организация, никакие интервью они не дают, а видеосъемка у них на территории везде запрещена. Штаб-квартира церкви саентологии, Flag Building, появилась в Клирвотере в 2012 году. Его стоимость составляет примерно 155 миллионов долларов. Здание Флага является духовным центром церкви саентологии. Здесь практически каждую неделю проходят собрания, конференции, торжественные обеды, театральные представления, премьеры кинофильмов и десятки других мероприятий. В здании находятся различные конференц-залы, комнаты аудитинга и гостиничные номера для саентологов, которые прибывают сюда на различные мероприятия, проводимые организацией. Конечно же, рассказывая о городе Клирвотер, совершенно невозможно не затронуть тему саентологии. Для большей наглядности я решил записать это видео в стиле промо-ролика саентологов, который находится у них на сайте. И я надеюсь, что мистер Мискевич, глава церкви саентологии, любезно меня простит за то, что я побуду в его образе и расскажу вам о этой организации. Итак, сам термин саентология состоит из двух понятий. Это «сио» и «логос». Латинское слово «сио» обозначает «знание», а «логос» – «наука». То есть это наука о знании. Также в саентологии есть основные символы. Это саентологический крест и символ саентологии. Саентологический крест никакого отношения к христианству не имеет, несмотря на то, что это крест. Он восьмиконечный и обозначает 8 динамик, которые являются основным понятием в учении саентологии. Для того, чтобы подогреть ваш интерес, я расскажу о том, во что же верят саентологи. Итак, эта организация была основана американским писателем-фантастом Роном Хаббардом в середине 20 века. Для начала немного теории. Саентологи верят в то, что 70 миллионов лет назад в нашей галактике существовала цивилизация людей. Все у них было похоже на Соединенные Штаты Америки 60-х годов. Прически, автомобили, поп-культура, здания и даже самолеты и корабли. Все было точно так же. Однако в этой галактике, в отличие от демократии, был злобный правитель Ксену, которому не нравилось, что галактика перенаселена людьми, и он решил сократить численность населения. Для чего под предлогом проверки налоговой декларации всех людей собрали вместе, убили и отвезли их тела на планету, которая была покрыта вулканами, на нашу Землю. Жертв сбросили в жерло вулканов, сверху на них сбросили водородные бомбы, чтобы, видимо, окончательно закрепить результат. И их души населили планету. В саентологии они называются тетом. Каждый раз, когда на Земле рождается ребенок, в его тело вселяется один или сразу много тетанов, которые служат причинами наших с вами нервных расстройств, стрессов, депрессий и неврозов. В саентологии они называются инграммами. Так вот, саентологи считают, что с помощью их методик вы можете прокачать вашего тетана таким образом, чтобы избавить его от всех инграмм и достичь высшего уровня чистоты или состояния клира, как называется это в саентологии. Разумеется, как человек высоко амбициозный, Рон Хаббард считал свою методику научной. Однако сразу же, как только она была опубликована, мировое научное сообщество признало ее лженаукой. Кстати, Рон Хаббард внесет в Книгу рекордов Гиннесса как писатель самого большого количества книг за всю историю литературы. А, к слову сказать, он написал 1084 книжки. Это в два раза больше, чем написала Дарья Донцова. Сразу же после провала его публикации по Дианетике, Рон Хаббард задумался о том, что писательская деятельность особо не приносит ему денег, и он решил создать собственную религию, что, как видим, у него получилось довольно неплохо. Дабы уложиться в хронометраж, я не буду углубляться во все подробности Дианетики, однако расскажу основные ее постулаты. По мнению Хаббарда, человеческое сознание делится на две части – реактивный ум и аналитический ум. Аналитический ум отвечает за мыслительную деятельность, за любые действия, которые обеспечивают нашу ежедневную повседневную
жизнь, так сказать. А вот реактивный ум, он как раз помнит все плохое, в том числе из наших прошлых жизней. И, собственно говоря, он и является причиной появления всех наших инграмм. Так вот, методика позволяет вам избавиться от всех инграмм и достичь состояния клира, высшей точки изначальной чистоты сознания. Хочу обратить ваше внимание на то, что саентология и дианетика – это не одно и то же, ведь дианетика является учением и появилась раньше саентологии. Так сказать, это такая методика, да, избавления от различных психических расстройств. А вот саентология – это уже сложная система, это уже сама религия, которая включает в себя дианетику и многое другое. Важной процедурой в процессе проработки инграмм является процесс, который называется одитинг. Он чем-то напоминает сеанс психоанализа. Есть одитор, тот, который проводит одитинг, и есть приклир, тот человек, кому проводят одитинг. От приклира в такой ситуации требуется мысленно как можно чаще возвращаться в события прошлого и вспоминать как можно больше деталей из того или иного события, которое является причиной его фобии, стрессов или какого-то расстройства. Во время процедуры одитинга используется специальный прибор, который называется иметр. Основан он на принципах работы детектора лжи и измеряет степень влажности рук, то, как сильно потеют ваши руки. Он состоит из двух модулей. Один – это два металлических цилиндра, которых приклир держит у себя в руках, и вторая часть – там расположен датчик со стрелкой, на который смотрит аудитор. Как только стрелка начинает двигаться во время ответа на какой-либо вопрос, аудитор понимает, что они нашли инграмму, с которой нужно работать. Но это как бы так в двух словах. Эта сложная схема показывает все уровни достижения уровня высшей частоты сознания или клира, ну или вершины моста, как это называют саентологи. С этой стороны показаны все уровни достижения частоты сознания для аудиторов, а здесь для всех остальных. По словам людей, которые когда-то участвовали в саентологии, вся информация в комнате, где проводится аудитинг, фиксируется, а потом хранится в архивах саентологии. И здесь мы скажем спасибо Дэвиду Мискевичу, главе церкви саентологии, за то, что потерпел меня несколько этих минут, когда я вам рассказывал про саентологию. Welcome. Ну, я надеюсь, что вам понравилось это видео о городе Clearwater, о саентологии. Спасибо за то, что досмотрели его до конца. Буду вам очень благодарен и признателен, если вы поставите лайк и напишите комментарий. Также можете подписаться на мой канал, я абсолютно не против. Ну, и на этом мы с вами прощаемся. Вам привет от саентологов, от города Clearwater, от меня лично. А до новых встреч! Я сам не свой, мой след потерян. Я с головой в песчинках времени упал на дно, и метроном считает в тишине. Пока все ждут прихода истины, святая ложь звучит все искренне, не прячет взгляд и травит яд соблазном душу мне. Почти нет правил, и мой герой не держит строй и лезет на рожон. Я сбыл мечты и откровения, в руках судьбы мое спасение. Мой главный нерв протет в иглу, предельно обнажен.